Москва, 10 ю, РИА Новости. Россельхознадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что за выращивание картофеля из собственного посадочного материала для личных нужд взимается административный штраф. Об этом говорится в сообщении ведомства. Как отмечается в заявлении, Россельхознадзор не выдвигал каких-либо инициатив, которые бы препятствовали гражданам выращивать картофельные, овощные и фруктово-ягодные культуры на своих приусадебных участках с использованием посевного материала из собственных запасов либо заготовленных самостоятельно. При этом ответственность за реализацию в организованных и неорганизованных местах торговли семян и посадочного материала ненадлежащего качества неизвестного происхождения предусмотрена лишь для лиц, которые осуществляют коммерческую деятельность. В ведомстве подчеркивают, что меры ответственности не имеют отношения к физлицам, которые выращивают растительную продукцию для своих нужд. Речь шла о том, что якобы в статью 10.12 КоАП России были внесены изменения. По данным новых известий, из них следует, что для посадки нельзя использовать собственный картофель и семена, и отныне для посева можно брать лишь семена и клубни, приобретенные в специальных магазинах.